главарь режима, судя по всему, свою программу «Минимум» выполнил, как и планировалось. Дальше, видимо, тоже все будет по плану. Если бы Порошенко планировалось завалить, ему бы не дали выйти во второй тур. А раз дали, то доверяют. А кому еще, собственно, Америка может доверять? А раз доверяют, то сами понимаете. Следующие 5 лет под руководством Порошенко будут намного опаснее предыдущих и для России, и для Украины. Теперь режим будет козырять своей легитимностью пуще прежнего, благодаря вконец одуревшим толпам энтузиастов, стадами бегавших на участке за дешевыми пирожками. Опираясь на этот в кавычках «мандат доверия народа», он теперь натворит делов кратно в сравнении с прежним сроком, когда он только нащупывал почву под ногами. Эти 5 лет будут посвящены окончательному отрыву от России, что наилучшим способом можно достигнуть только большим кровопусканием. Американцы не пойдут на то, чтобы Порошенко использовал какие-то силовые методы, провокации, майданы, убийства. Зачем это нужно? Они будут спихивать вот новоявленную звезду в виде Зеленского простыми методами. Ты не националист, ты дешевка. Ты с Россией не можешь правильно разговаривать. Твое последнее заявление было отбито Москвой, а ты ничего не сделал. Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», и мы продолжаем. Мы вчера, Коль, вы с Наданой говорили о том, сколько Порошенко заплатил за второе место на выборах. А вот сейчас давайте нашим зрителям расскажем, откуда он брал эти деньги на подкуп проголосовавших. Говорят, что эти деньги были украдены у народа. Дело в том, что Киев сейчас объявил охоту на украинского журналиста. Он вынужден скрываться. Его зовут Владимир Скачко. Он провел собственное расследование и выяснил, как Порошенко наживался на торговле углем. Схема называется «Роттердам плюс». Давайте посмотрим, что это за схема. В моем распоряжении оказались очень интересные документы вывода и ввода денег в Украину. Именно это и является причиной давления на меня. А суть схемы «Роттердам плюс» предельно проста. Уголь, необходимый для своего производства, Украина покупает либо в самопровозглашенной ЛДНР по 38 долларов за тонну, либо по 77 долларов у России. Эти операции осуществляют специально созданные офшорные компании, которые по документам и проводят этот уголь уже по цене Роттердамской биржи от 130 до 150 долларов за тонну. По этой цене, либо напрямую, либо через специально созданные фирмы-посредники, этот уголь и попадает на украинские ТЭС и прочим потребителям. А в Яновар? А вот он, следите за руками. 38 долларов за тонну донецкого угля, 77 долларов за тонну российского угля и 150 долларов для украинских потребителей. Почти 100 долларов наценки на каждой тонне угля. А это, между прочим, серьезные деньги, если учесть, что Украина ежегодно потребляет 25-27 миллионов тонн угля. В моих руках находятся все платежные документы о том, как преступно деньги заходили в Украину, обналичивались здесь, становились собственностью Порошенко и выходили из Украины, оседая на офшорных счетах Петра Алексеевича. Я могу предоставить их в распоряжение Генеральной прокуратуры, НАБУ и любых других контролирующих правоохранительных органов. Но я уверен, что это бессмысленно. Они там есть, но никто ими заниматься не будет, пока у власти находится главный бенефициар всех этих преступных схем Петр Алексеевич Порошенко. Сегодня заработанные на криминальных схемах огромные деньги Порошенко использует для подкупа избирателей в своей президентской кампании. Владимир Скачко сейчас находится в Киеве, и по данным наших источников, там, в Киеве, его жизни реально угрожает опасность, поэтому он вынужден скрываться. Именно поэтому он не смог приехать в нашу студию и даже выйти на скайп. Его жизни угрожает реальная опасность. Сейчас мы видим доказательства порочной схемы, как он обкрадывал собственный народ и продавал этот уголь, и в том числе вкладывал деньги в фальсификации. Народ молчит. Почему? Народ молчит, потому что запуган, одурманен, боится шаг сделать в сторону. Да потому почему что он молчит? 15% это... Но это голосование. А попробуй выступить открыто. Вот этого люди боятся.
31 марта. Ясиноватая. Прифронтовой город Донецкой республики. Съемочная группа общественной организации «Гуманитарный батальон» занимается съемками документального фильма о конфликте в Донбассе. С представителями народной милиции они едут на передовые позиции. Это важно. Важно. Да, ребенок гуляет. Вот второй ребенок гуляет. Уже на месте корреспондент Сергей Паршиков на камеру общается с военнослужащим. После очередного вопроса съемочной группе приходится прятаться в окопе. Сын рвется на войну. В это же время вооруженные силы Украины открывали огонь и по другим населенным пунктам. В поселке Зайцево на окраине Горловки разрывались 120-миллиметровые снаряды. Есть разрушения и раненые. Ларисе осколок попал в брюшную полость. Повезло, что на излете, поэтому рана несерьезная. Сейчас женщина находится в больнице. Пока на Украине выбирают нового президента, в Донбассе продолжает проливаться кровь. И там задаются вопросом, кто следующий. Я думаю, что Украина внутри сама еще полыхнет. Ну, сейчас что греха таить? С той стороны зачастую, там, когда на передовой долго постояли, начинаются какие-то контакты с той стороной, да, там, чтобы урегулировать там очаги, там, когда начинаются перестрелки или еще что-то, да, там, чтобы утихомирить, забоюдно там. Зачастую там телефонами обменивались, еще что-то, связь какая-то была. Мы все время слышим одну нотку, ребята, там, ну не нагнетайте, мы сами пойдем на Киев. Их удерживают сегодня власть Порошенко тем, что вот она всех держит здесь. Они бы уже давно быть одними тарифами, еще что-то. Они бы уже давно снесли бы эту власть. Во-первых, а где ОБСЕ, которая призвана контролировать вот это сужение нейтральной полосы, обстрелы? Нету. Да. Что касается жертв среди ВСУ, то в прошлом году на саммите НАТО в Брюсселе Порошенко, который там находился, выступал, он назвал цифру 3000 убитых. Это не считая гражданское население Донбасса. Естественно, цифра заниженная. А ополченцы называют другие совершенно какие цифры. В 10 раз больше. Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда». Довольно часто в эфире нашей программы мы говорим о том, как работают разные виды пропаганды, и вот в том числе западная пропаганда. И сегодня у нас будет шанс досконально разобраться в этом вопросе. Вот в этом нам поможет наша коллега Елена Нашикян. Она только что вернулась из Голливуда, где проходила практику в одном из популярнейших местных политических ток-шоу. Я предлагаю занять кресло главного героя. Давайте посмотрим материалы, будем говорить. У Дональда Трампа нет друзей. Никто не скажет ему, что у него гребаная туалетная бумага на ботинке. Под крышей HBO, крупнейшей кабельной телесети США, выходит одно из самых рейтинговых политических ток-шоу «Настоящее время» с Биллом Марром. К ведущему приходят топовые политики, он задает им жесткие вопросы, устраивает медиа Мочилова. Из эфира в эфир главная мишень одна – действующий президент Дональд Трамп. Такое ток-шоу с шутками на грани и обливанием помоями первого лица возможно только в Америке. Скотт Картер, создатель и исполнительный продюсер шоу, говорит: «Наш цензор – это аудитория. Запретных тем нет. Конституция США дает нам великую свободу. Это и есть формула успеха нашего телевидения». Я общаюсь с другими американцами о том, почему у них столько стереотипов о России. Но узнав, что я россиянка, собеседник всякий раз уточняет: «А ты не шпион?» На полном серьезе. Они все мне искренне говорили: «У тебя нестандартная для России внешность, поэтому ты идеальный русский шпион». А на вопрос, почему о современной России они говорят только плохое, звучит очень простой ответ. Потому что в России геев убивают и хотят подорвать нашу главную ценность – американскую демократию. Здравствуйте, меня зовут Бабкова Мария, я студентка Российского государственного социального университета. И у меня такой вопрос. Что нужно сделать, чтобы отношение американцев к России изменилось? Я хочу сказать, ответить уважаемой девушке.
Чтобы американцы изменили к нам отношения, нужно первое, чтобы выбирали адекватного президента. И чтобы был адекватный электорат. Без этого отношение будет архиплохое. Потому что, правильно коллега сказал, десятилетиями вдалбливали о том, что мы шпионы, о том, что мы ненормальные. Посмотрите фильмы любые, посмотрите высказывания, которые делались и 50 лет назад, и сейчас. Лекция от господина Козина. Ваши аплодисменты. Да. Да. Спасибо.